Всем привет, это Сергей. И сегодня праздничное событие у канала 7000 подписчиков ровно. Вот было несколько минут назад, как я смотрел. По-моему, это великолепно, но, конечно же, есть куда расти. И в честь этого в этом видео я распакую мой новый микрофон, через который вот этот ролик я и записываю, уже озвучиваю. Давайте посмотрим. Микрофон от фирмы Blue под названием Yeti. И это один из самых лучших, самых признанных в народе микрофонов для подкастов, для стриминга. Ну, наверное, 2/3 Ютуба и 3/4 Твича пользуются как раз Yeti микрофонами. Их есть два варианта. Я купил обычный, еще есть Yeti Pro. Обычно отличается тем, что он подключается к компу по USB, минуя звуковую карту, что в каком-то плане недостаток для меня, потому что у меня дорогая карта. Но с другой стороны, у него сразу устроен усилитель и специальной крутилкой сзади можно увеличивать или понижать мощность звука, что очень удобно. Кроме того, в головке микрофона расположены сразу три капсюля, то есть можно сказать три микрофона в одном. И специальная крутилка выбора режимов позволяет использовать их по-разному. Например, можно записывать объемное звучание где-нибудь на концерте со всех сторон на 360 градусов. Либо, сидя за компом, можно записывать только с передней части, а все, что с других трех сторон, не будет слышно. Либо при интервью можно записывать только спереди, только сзади двух человек, стоящих друг напротив друга. Короче, различных вариантов уйма, это очень удобно. Специально есть кнопка, чтобы приглушить запись. Плюс есть выход под наушники, и можно напрямую без задержки слушать себя, и есть регулятор громкости для этого. Подключается к компу по микро-USB. Дополнительного питания не требует. Внешне выглядит очень круто. Серебряный, металлический, на большой увесистой подставке. Очень красиво выглядит, реально дорогой товар, буквально, тем более штучный, как будто, ну, очень круто. При желании с подставки его можно снять и закрепить, например, на штативе, но мне нравится, как на столе стоит на подставке. Во-первых, его легко тогда передвигать, ставить как угодно, ну и, во-вторых, режим, что он может записывать только спереди, позволяет не заморачиваться и играть в игры со звуком, работающим довольно громко. Все равно микрофон будет этот звук игнорировать, если его правильно повернуть. Несомненно, главное достоинство этого микрофона – это встроенный усилитель, что позволяет создать любой звуковой баланс при желании, особенно когда играешь в игру, и игра громко, микрофон плохо слышно. Не надо заморачиваться с настройками, просто на микрофоне покрутил крутилку, и сразу стало слышно хорошо. Очень удобно, и в дополнение к микрофону также я взял поп-фильтр от фирмы DragonPad. Такой большой, тоже прикольный, качественный, нейлоновый он, что ли, не помню уже. Ну, смысл, чтобы слюни не летели, чтобы не было вот этого в микрофоне. То есть задерживает звуковые волны, самые быстрые потоки ветра. Ну и реально как-то сглаживает голос, что очень удобно. Микрофон офигенный, с полуметра прекрасно слышат. На этом все, с вами был Сергей. Поздравляю всех и себя с 7000 подписчиков на канале. Это круто. Увидимся в следующих роликах.